Сейчас мы будем заходить в Among Us. Давайте. Among Us. Загружайся в наш Among Us. Мы уже выложили ресурс. Ну, точнее, я выложил сегодня видео уже одно. Давайте подумаем. Новая анимация загрузки прикольно. Дальше. Блин, а язык можно нормальный выбрать? Тут карт. Тут тоже не. Блин. Как мне язык сейчас севере американтиками переключить. Стоп, а нельзя язык сам переключить? У меня какой-то супер. Ах, немецкий. Амон. Надо пробел. Все серверы могут быть переполнены. Аниме Наруто. Он будет у нас король туалета. Начинаем. Вы же предатель. Ой. Ну что? Начинал и так звучать. Тут что-то написано. Сейчас я вам покажу, где написано, что я имею в виду. Подписчики. Где запись экрана? А, я ее сюда переставлю. Показать то, что я имею. Ну, в виду, что за странные иероглифы. Сейчас я... Это я вот этом говорю. Это иероглифы. Поняли? Ну ладно. А то потерял вашу запись экрана, то что я там как бы кнопка новая. Да. Ки. Ку. Ой. Аня, пунгати я тут. Не, Among Us с ума сошел. Мало ли того. Я вот так. Показать, как я. Помещаюсь создать Ахмеда. Надо, значит, взять вот так Ахмеда. Да. Почему я не могу писать? Не знаю, что происходит, но у меня чат что-то с ума сошел тоже. У меня Among Us сошел с ума.
Итачи, ты был предателем. Итачи был Ахмедом. А знаете, почему он назвал Ахмед? Потому что он Ержан. Итачи зовут Ержан. Но его кличка Ахмед. Я буду попытать. А зачем? Их не едет. Да блин! Мне контент дети смотрят. Чтоб вы ничего не думали. Сейчас. Я вас же краш. Я вам. Я вот этого убью. Ну, с этим ником плохим. Я же тебя вбью. Все. Иван Глюк. Ой. Обрету. Все. Убили этого ненормального. Сейчас мы зарисуем. Зачем такие ники ставить? Все. Чтобы вы больше не видели вот этого отвратительного. Кстати, наверное, на меня свалят, но все равно. Да блин! Господи, не туда. Мне надо зарисовать это. Неважно. Ой, господи, камера. Да блин, зарисуйся. Я не хочу, чтобы мои подписчики видели это плохое слово. Вот. Видите, я закрываю плохое слово. Слова, чтобы вы их не видели. То некоторые неадекватные люди ставят себе такие никнеймы, блин. То, что потом приходится вот это вот так зарисовывать. Все. Обратно. Саботаж. Да, пацаны, давай тут поперекрываем тут все. Вот так. Закроем. Ё-моё, так. А то зачем такие себе ники ставить тупые? Вот, согласен. Зачем себе такие тупые ники ставить? Я не виноват. Позвольте, я вам скажу. Это не я же ставлю людям такие ники. И, во-первых, нет такой возможности другому человеку ставить вообще другого человеку ники. Банхаха. Бан читеру. Бан читер бан. Кто я? Ладно. Я буду яичницей. Пацаны, наверное... Но вот это вот сейчас больше смешно, чем плохое слово. Ну ладно, давайте зарисуем, чтобы вы этого не видели. Но смысл тебе? Вот я зарисую тебя вообще. И вас тоже, ой. Себя чуть не зарисую. И вас тоже. И вас. Всех, кроме меня, зарисую. Прямо, чтобы только я был. Давайте, у тебя колбасу зарисуем. Кота зарисуем. Чтоб остался только я. Ой, господи.
видишь. Я даже... Ладно, теряю. Господи, а за книги тут? И, саботаж. Рактор. Он бухнет. Ну, все, он бухнет. Свечи. Надеюсь, меня там не убьют. Почему свет выключен, его нельзя потянуть? Смотри, ты вон там. Ура! Давайте, пока я улетаю в космос, вы поставите лайки и подпишитесь. Я буду видите, так лететь до бесконечности, пока вы не подпишетесь. Пожалуйста, подпишитесь. Значит, да. Всем пока, ребятки. С вами я был Дима и Бартик, и мы играли в Among Us. Пока!